тех пор, как человечество научилось извлекать из-под земли самые красивые и драгоценные камни – алмазы, этот процесс стал практически безостановочным. Ежегодно на месторождениях акционерной компании «Алроса» добываются сотни тысяч тонн руды. Однако сказать, что именно там алмазы появляются на свет, было бы в корне неверным. Заветные кристаллы таятся в огромной массе из песка, глины и камней. И чтобы увидеть их, весь этот объем необходимо, буквально просеять. Самому человеку с такой задачей, конечно же, не справиться, ведь это работа для целой фабрики. Обогатительной фабрики. После того, как руду добудут из карьера или рудника, ее привозят сюда, на обогатительную фабрику. Днем и ночью, зимой и летом, без выходных и праздников. Исходное сырье поступает сюда без остановки. Только за одни сутки фабрика перерабатывает 6500 тонн руды. Для сравнения, чтобы перевести такой объем, скажем, по железной дороге, понадобится 100 грузовых вагонов. Фабрика останавливает свою работу лишь один раз в году, на 3 недели, когда проводится плановый ремонт. Затем оборудование снова запускается в работу. Так продолжается уже 50 лет. С виду и не скажешь, что где-то среди этих грязных и тяжелых камней маленькие ценные кристаллы стоимостью в сотни тысяч, а иногда и в миллионы долларов. Поднятую руду доставляют вот этими огромными белазами. Этих железных монстров начали использовать еще с первых лет работы фабрики. Визитная карточка белорусского автомобильного завода. Очень надежные и неприхотливые. В условиях Крайнего Севера они зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Поэтому в ближайшее время горняки не планируют менять этих проверенных временем помощников на что-то другое. А это, можно сказать, начало всей технологической цепи. Именно сюда приезжают все белазы с рудой. Это так называемый приемный бункер. После того, как руда выгружается, начнется ее долгое и непростое перемещение по фабрике. Так начинается процесс обогащения. Так откуда же вообще взялся термин «обогащение»? На самом деле здесь все очень просто. При обработке руды на фабрике из нее удаляется все лишнее. И чем ближе к концу технологической цепочки, тем больше ценных кристаллов остается в материале. То есть руда становится богаче по содержанию в ней алмазов. Поэтому горняки так и говорят – идет обогащение. Но начинается все вот отсюда, с участка дробления. Всю руду, поступающую на фабрику, невозможно взять и просто просеять через какое-то одно стандартное сито. Все потому, что в ней встречается как очень мелкая фракция, типа песка, так и довольно крупные камни, даже настоящие валуны. Поэтому в самом начале все это нужно раздробить. Справиться с такой задачей может только агрегат, который не оставляет камня на камне. В прямом смысле слова. Щоковая дробилка. В нее загружается все сырье с месторождений. Куски руды – по сути огромные валуны скальной породы. Разрушить их не так-то просто. Чтобы разбить их до размера баскетбольного мяча, два механических жернова сжимаются с невероятным усилием. Внутри этой дробилки находятся две большие стальные пластины, так называемые щеки. Отсюда и название самого агрегата. Одна из них находится неподвижно, а вторая совершает как бы поступательные движения. Все, что попадает между двух этих стальных жерновов, перемалывается в более или менее однородную фракцию. Эти агрегаты – первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на фабрику. Разноцветные, крутящиеся, чем-то напоминающие детские карусели. Огромные мельницы. Мельницы мокрого самоизмельчения. В них-то и попадает сырье после дробилки. Ведь чтобы добыть алмазы из породы, ее нужно измельчить намного сильнее. Из названия понятно, руда измельчается сама. Вращаясь внутри агрегата, куски породы сталкиваются, трутся и стираются.
Для того, чтобы материал не слипался, в барабан аппарата подается вода. А скорость вращения подобрана так, что руда поднимается на максимальную высоту и только потом падает. В итоге валуны превращаются в куски размером с куриное яйцо. Теперь задача обогатителей – разделить сырье на размерные классы. Этим занимаются грохоты – гигантские механические сито, полностью оправдывающие свое название. От шума, который стоит на участке грохочения, вскоре начинает болеть голова. Решетки установлены друг над другом. Вибрируя, они разделяют крупные фракции от мелких на три класса. Дело в том, что руда разной крупности требует разных методов обогащения. Например, самый крупный класс отправляется на просвечивание рентгеном. Алмаз – минерал уникальный, но, к сожалению, очень редкий. Его концентрация в руде довольно мала. Поэтому, чтобы извлекать максимум ценных кристаллов, но тратить на это минимум денег, обогатители стараются использовать все его химические и физические свойства. Одним из таких свойств алмаза является люминесценция, то есть, попросту говоря, его способность светиться в рентгеновских лучах. Зная это, конструкторы изобрели вот такие аппараты – RLS – рентгенолюминесцентные сепараторы. Название немного сложное, но принцип их действия простой. Когда алмаз помещает в рентгеновские лучи, это в виде специальных фотоэлементов. Он дает команду на так называемую отсечку. Это кратковременная, но очень сильная струя сжатого воздуха. И она буквально выдувает алмаз, отделяя его от пустой породы. Кстати, вот этот значок обозначает, что внутри находится опасное рентгеновское излучение. Не будем задерживаться, пойдем дальше. Из аппаратов РЛС выходит не руда, а, как говорят на фабрике, концентрат. Алмазный, естественно. Ну а сырье, которое не прошло проверку рентгеном, возвращается обратно на доизмельчение. Там оно дробится повторно, и весь цикл повторяется. Средний класс крупности с грохотов отправляется на так называемую тяжелосредную сепарацию. В этих машинах воду смешивают с особым веществом – ферросилицием. Образовывается среда с большой плотностью. Такая эмульсия удерживает пустую породу. Алмазы, обладая более низкой плотностью, отделяются и уходят в концентрат. Простая гравитация. Все гениальное просто. Третий, самый мелкий класс руды ждет другая судьба. Чтобы извлечь из него алмазы, обогатители используют еще одну уникальную особенность кристаллов – не намокать в воде, или по-научному – гидрофобность. Например, если опустить руку в воду, а затем вынуть ее, то она еще долго останется влажной. Алмаз, наоборот, как гусиное перо, он буквально отталкивает от себя воду, оставаясь при этом абсолютно сухим. Еще в далекой древности при раскопках в Южной Африке были обнаружены глиняные таблички, на которых был запечатлен один очень интересный процесс. Там было изображено, как некие женщины, собравшись на берегу озера и взяв в руки длинные перья диких птиц, смазывали их животным жиром, а затем опускали их в толстый слой ила на дне этого озера. Когда они извлекали эти перья на поверхность, то к ним прилипшими оказывались маленькие блестящие камни. Это были алмазы. Так еще 2000 лет назад зародился способ их извлечения. Сегодня он, конечно, выглядит совершенно по-другому, но принцип его действия остался неизменным. Чтобы использовать гидрофобность для обогащения, инженеры сконструировали флотационную машину. В ней руду смешивают с водой и воздухом до состояния пены. Маленькие кристаллы прилипают к мельчайшим пузырькам воздуха и поднимаются на поверхность. Остается лишь собрать концентрат и отправить его на дальнейшую обработку. Все, что осядет на дно, уходит в хвосты. А этот участок эксклюзивный. Доступ к нему закрыт для посторонних. Именно сюда, на пленочную машину, поступает концентрат из флотации. Дело в том, что эти кристаллы настолько легки, что попросту не могут утонуть. Подобно жуку-водомерке, пользуясь поверхностным натяжением, они буквально скользят по поверхности воды. Этот участок – одно из немногих мест фабрики, где можно увидеть алмазы. Еще один довольно внушительных размеров агрегат – спиральный классификатор.
С виду напоминает шнек огромной мясорубки. Но это, пожалуй, самый простой на фабрике способ удалить пустую породу. Здесь используются элементарные законы физики. Гигантская спираль, медленно вращаясь, перемешивает воду с растворенной в ней рудой. Эту смесь горняки называют пульпой. Мелкие частицы остаются в воде и уходят на дальнейшее обогащение. Крупные камни оседают на дно. Там они захватываются спиралью классификатора и выгружаются в верхние его части. Такие классификаторы устанавливают там, где из материала нужно убрать воду, мелкие частицы или просто транспортировать сырье. Обогатительная фабрика, по сути, представляет собой один большой завод по производству алмазов. Как и на любом производстве, здесь одновременно идет множество процессов. Где-то дробится руда, где-то ее уже рассеивают на различные классы крупности, ну а где-то идет уже извлечение алмазов. И, казалось бы, уследить за всем этим одновременно практически невозможно. Однако, это не так. За каждым процессом здесь наблюдает несколько десятков датчиков и видеокамер. А вся информация с них стекается сюда. Это своеобразный центр управления полетов фабрики, или, как ее называют специалисты, центральная диспетчерская. На этой видеостене диспетчер, как на ладони, видит главные участки фабрики, состояние агрегатов и степень их заполнения материалом. В процессе обогащения могут возникнуть внештатные ситуации. Например, на участке, где по технологии используется вода, ее вдруг не хватит. Это чревато запрессовкой оборудования. Вязкая руда забивает агрегаты. Как следствие, останавливается вся технологическая цепь фабрики. Рабочая смена диспетчера 12 часов. За это время он не имеет права даже выходить из диспетчерской, ведь за сложным процессом обогащения нужен непрерывный контроль. Цепочка обогащения заканчивается в цехе окончательной доводки. Именно здесь можно увидеть конечный продукт многоступенчатого процесса обогащения руды. Через миллионы лет после образования алмазов глубоко в недрах Земли здесь к ним впервые прикасаются руки человека. В этой закрытой от посторонних сотрудников комнате алмазы обработают кислотами и окончательно очистят от лишних примесей. После этого камни рассортируют вручную перед отправкой их в центр сортировки алмазов. Там их классифицируют по форме, цвету и размеру, после чего каждый из кристаллов получит свою окончательную стоимость. Несмотря на масштабность производства, время от начала обогащения до извлечения алмаза невелико. Путь алмаза от дробилки до цеха окончательной доводки – 20 минут. На первый взгляд, здесь царит хаос. Все заставлено оборудованием, среди лабиринтов, проходов, лестниц и площадок легко потеряться. А еще здесь всегда шумно и не добиться идеальной чистоты. Но в то же время фабрика – это слаженный и четкий механизм, где от работы каждой детали зависит надежность всей системы. Системы, в которой из невзрачного булыжника на свет появляются якутские алмазы. Красивые и желанные.